В Государственной Третьяковской галерее в Москве открылась выставка «Песни вещих птиц». В зале художника Виктора Михайловича Васнецова впервые после многолетнего перерыва представлено традиционно хранящееся в запасниках музея полотно «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали». Сопровождающая картину мультимедийная программа рассказывает о тесном общении живописца с великим князем Сергеем Александровичем и его супругой, прославленной в лике святых, великой княгиней Елизаветой Федоровной. Это выставка одной картины. Мы назвали ее «Песнь вещих птиц». И посвящена она знаменитой картине Виктора Михайловича Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали». Эта картина редко покидает фонды Третьяковской галереи. Она, как правило, не входит в постоянную экспозицию. Выступление на открытии выставки певицы Ирины Леоновой подчеркнуло песенную тему произведения, в котором Васнецов творчески переработал фольклорные образы райских птиц Сирины и Алконоста. Художник противопоставил их друг другу. Белая птица наполнена счастьем, черная – олицетворение горя. Васнецов заговорил на языке символа, а в это время это было практически, это мало кто к этому обращался. Почему, собственно, он не был понят в те годы? Даже мы до сей поры можем гадать, какой же смысл, какое же наполнение имеют эти картины. Но о том, что одна птица несет радость, а другая несет печаль, это совершенно очевидно, это подчеркнуто и цветом, и композицией, и тем, как выглядят эти персонажи, да? У одной даже слезинка течет по щеке. Сразу после написания картина была приобретена великим князем Сергеем Александровичем. Он и его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна, много общались с Виктором Михайловичем Васнецовым. Подробнее об этом общении можно узнать из информации, представленной на экране. Великокняжеская семья приезжала в мастерскую к Васнецову неоднократно и приглашала его к себе в гости. Картина становится во многом пророческой для судьбы Елизаветы Федоровны. Она очень тоже полюбила эту картину и затем не сразу решила с ней расстаться. Полотно «Сирин и Алконост» было подарено Третьяковской галерее великой княгине Елизаветой Федоровной в 1908 году. Проект «Песня вещих птиц», организованный при поддержке Сергиевского мемориального фонда, посвящен 170-летию со дня рождения художника Виктора Михайловича Васнецова и столетию со дня гибели преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Выставка будет проходить в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке до 21 января.